целях снижения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, сотрудниками ГИБДД в Самаре были проведены профилактические рейды «Пешеходный переход». В зону контроля попали не только пешеходы, но и водители, не предоставляющие преимущества пешеходам в зоне действия пешеходных переходов. В последнее время участились случаи наезда на пешеходов как на пешеходных переходах, регулируемых, нерегулируемых, а также вне пешеходных переходов. Если брать пешехода, то здесь предусмотрена ответственность по статье 12.29, часть 1. Штраф там составляет 500 рублей. Если мы берем ответственность для водителей, то штраф там предусмотрен от 1000 до 1500 рублей, статья 12.18. Инспектор отмечает, что наезды на пешеходов по-прежнему являются одним из основных видов ДТП, а пешеходы – самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Зачастую причиной наездов становится не только низкая транспортная дисциплина водителей, но и неумение пешеходов убедиться в безопасности перехода и правильно оценить дорожную обстановку, предвидеть расстояние до автомобиля и тормозной путь. Ну, не пропустил пешехода на пешеходном переходе, хотя видел, что он идет. Ну, тороплюсь по работе. Случайно не заметил. Пешеход был на той стороне дороги. Эта сторона дороги была свободная, а там как раз машина шла. Поэтому, соответственно, чтобы не попасть мне в аварию, не создать аварийную ситуацию, вот попытался проехать, а пешехода уже увидел потом, когда он начал уже переходить. Кроме этого, автоинспекторы проводили с гражданами разъяснительную работу по обязательному использованию световозвращающих элементов в темное время суток и раздавали тематические памятки. Пятый год работы на таких участках ведутся в рамках муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. Мы разрабатываем мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения непосредственно на пешеходных переходах. То есть совместно с госавтоинспекцией прорабатываются такие мероприятия, как увеличение, допустим, уровня освещенности пешеходного перехода, установка дополнительных технических средств регулирования. То есть вот эти мероприятия мы реализовываем. В том числе на участках дорог, ранее зарекомендовавших себя как аварийно опасной, пересмотрели организацию движения, ввели светофорное регулирование, установили специальное ограждение для предупреждения выхода пешеходов на дорогу в неположенных местах, нанесли разметку и выполнили другие необходимые виды работ.